обменялись 10 солями и поставили игру на счетчик. Кто победит, тому достанутся 20 солей. Вот такой тут бизнес процветает. Перуанец играет с туристом. Много смотрел. Количество смотрел, возросло. А? Раньше они быстро играли, а теперь задумались. Скоро финал. Победил турист. Короче, поставил в тупик перуанца. Вот она память. Ребят, я ошиблась. Все-таки выиграл.